В связи со сложившейся обстановкой на Кубани на Радоницу все кладбища будут закрыты. Эти изменения внесены в постановление губернатора Краснодарского края о введении режима повышенной готовности. Христос воскресе, дорогие мои земляки! Я вас всех поздравляю с нашим великим православным праздником. И хочу обратиться к вам, чтобы в ближайшее воскресенье, понедельник, вторник, вы ограничились посещением кладбищ в связи с мероприятиями, которые проводятся по борьбе с коронавирусом. Огромное вам спасибо за понимание.